Так, а где веревку взять? Она же все равно с бочки берется. А, да? А, вот, да, там пластик, доска, камень, веревки нету. Знаешь, можно достать левый. Отвлекайте акулу. Ну-ка, нет веревки. Ой, Антон. А сейчас, может, лучше сейчас попадется. Ты хочешь все-таки ее скрафтить. Да, доска и соска. Веревку ты так и не выловил? Выловил бочку, может, сейчас выпадет. О, веревки. Бля, веревку можно из листков делать. Да? Да. Вот мы окуни. Ё-моё. Гвоздик, веревка. Я сейчас вдохну. Все. Так что там с грядкой этой? Я болен, ждет спасения. Найти кровать. А у нас кровати нету. Надо кровать сделать. Так, а что с... Ну, на три кровати, да? А куда нести его? Вон, ложи на кровать его. А, я его кинул на пол. Положить в кровать Евгений Голда. Прикольно. Я проснулся, у меня есть хпшка, есть водичка, все. Все, надо уходить. Она на приманку, слышишь, ее? Можешь лутать, Жень. Она летит на приманку. Не, она только что меня грызнула. А? Нафиг это приманка. Не, она грызла приманку, я ее штрикнул, и она убежала. А, и на меня пошла. Бля! Все. Что? Как все? Ели? Ой, а нельзя его достать? А ну дай, спасай, нести, спасай его. Заберу. На кровать его. Давай, сейчас на будем кровать. Ампутацию. Ампутируем ему, там что ему хоть повредили. Положи его. Чайку, блядь, испугал. А он живой. Мы его спасли, видишь? А ну-ка, блядь, что за волынка такая? Она пока просто разложена. Патронов нет. Ёбаный рот, нахуй я её сделал тогда? Есть этот слиток готовый? Есть, конечно, да. Попробую лопату себе сделать. А может, можно песок выкапывать с земли просто? Я сомневаюсь, это слишком халявно. Пойду проверю. Да. Так, лопата, походу, не для этого надо было. Просто так ею не копают. И нахер она. Надо тогда, лопата. Лопата надо для сокровищ. Я что-то так и подумал, что для сокровищ. Понятно. Второе изделие не в дугу. Пиу! Хуй там, не попал. Убил! Нихуя, ты понял? В воздухе убил. Кого? Чайку. Поплыл. А на акулу нарвался. Прямо на акулу, да. Ну, плыви. О, вы там двое даже. Болтик. Успейте залутать. Вроде бы нету больше ничего. А ну стой, дай я чайку шмальну. Блин, не. Она съела. Или а я съели, убил ее. Ничего не было. Где она упала? Вон она. А я голодный, я не смогу ее выловить. Володька, там сейчас у нас будет охота. Там у нас орел большой летает и кабан дикий. И Вовка с нами на охоту? Нет, у меня нет ни лука, ни стрел. Вы там экипированы, копья, луки. Так, вооружены и опасны. Ого, какой кабан. Так он нам пизды даст. У меня одна стрела, если шо. В смысле? Ты шо, прикол? Вот это, блядь, охотник, сука, с одной стрелой. Ты понял, да, почему я не захотел с вами охоту идти? Собрались, блядь, на охоту на кабана с одной стрелой. Охотники? Все, бежит, блядь, бежит. На кого? Таня, слышал, пошли охотники с одной стрелой. Да, я наблюдаю за этим охотником. На кабана. Блядь, не попал. Нихуя он быстрый. Замили мамонта. Пошли Вовке добычу нести. Женёк, карася здесь. Он с карасем этим бегал, как с автоматом. Я за тобой. А, вижу. Так смотри, реально, что с карасем, что с автоматом бегаешь с тем карасем. Ну та-та-та-та-та-та-та-та-та. Не знаю, может, я его буду как-то отвлекать. Ну, не отвлекать будет. Попал. Короче, самое проще это просто ждать его, пока он будет над тобой пролетать и стрелять. О, он. Есть, все, потух. Достижение. Пернатый петух.
Так он реально. Внизу где-то у воды или. Не-не-не, там, где ты мне стрелы отдавал. Так, я ее вижу, как ее-то поймать? Не знаю. Может, сачок? Там есть сачок, может, сачком надо? Сачком можно ловить жуков. Она за мной плывет. Есть, забрал. Надо исследовать. Может, мы теперь заберем тех козлов? Может. Это по дороге. А если я не попаду в козла? Есть, поймал. Волка, смотри, кого несу. Волка, смотри, козел. Дай его, пока я держу. Пошел его доить. Услышал кабана где-то. Кабана? О, вот он хотел меня ударить. Хорошо, что я спрятался. Так вот он возле меня, вы где? Мы уже второго бьем. А. Сука, он меня сейчас отправит в Вальгаллу. Еще один дештрынки, он меня завалит. Да иди где-то вперед. Убивай его нахуй. Я его не вижу, где он есть. И он меня ударил, может я... А не, он все равно на тебя на... Все, есть, есть? Есть, есть. Обреваю его. Мы уже второго забили. Сука, смыкается. Кто тут белый? Трава выросла. Белого кто-то доил. А ну белый, дай молочка. Не, нема. По-моему, он не залазил туда. А что? А что, це не то? Не для белого вся хуйня, ця трава. А ну белый. О, жрет! Жрет! Сожрал, сука, заразся, блядь. Белый. Молока дай тепер, шо? Оп, ведро молока. Готовить налобный фонарь. Шляп. Да, ёпты, пацаны, смотрите, блядь, свет. Свет во лбу горит. Тратите? Да понятно, что будет тратиться, правда, с какой скоростью. Ой, инвентарь можно скрыть кнопкой U. Еба, в игре есть вид от третьего лица, оказывается. Так, ну фонарь пока надо снять. Блять, он быстро ломается, слышь, меня это заебало, ломание, блять, предметов. Ой, а чё у нас эти координаты стоят? Неправильные координаты стоят. Як так? 70-34 должен быть, а тут 74-12. Что, да? Угу. 70-34. Ёб твою мать. Серьезно? Мне кто-то писал на видосе, что я где-то координаты неправильные указал. Зачем? У нас все было правильно. 34. Это нам опять плыть в другую сторону. Серьезно? Все, вот теперь показывает нам точку. 1300. И вернулись назад, да. Ебаный рот. Так, следующие двери требуют один лом для открытия. Фишка, ничего себе. Опа, крыса! Что? О, вот уже штурвал есть. Хорошо, верхние ящики. Ты, Жень, походу, надо штурвал, не так. Ой, блядь, а что нас крутит? А что происходит с кораблем? А, ну так это ты штурвал накрутил, и теперь его крутит. А-а-а. Ну да, он вправо крутит. Ставь его по центру, и не будет. Мы сейчас получается по ветру, но мы можем любой бок подставить. О, нет. Зато смотри, как мы мусор хорошо собираем. Не, а, все, я понял, как работает управление теперь. Все теперь понял. Мы более точно теперь можем управлять этой штукой. У нас пока двигло не включено, во-первых, ни одно, ни другое. Здесь я, блять, аккумулятор. Здесь я себе так включаю. Чпок. Вижу курс. Джин-джин-джин-джин-джин. А кто радио включил? Или откуда эта игра? Да, это я его переставлял, а она
закрылась. А, разворот на курс ложимся. Курс выставлен. Так, у меня теперь тут, блядь, как полноценный этот, сука. Корабль, нахуй. Навигатор есть, сонар есть, руль есть. Так, песня, блядь. Так, ну я тогда кухню уберу, попробую рецепты собрать. Попробуй. Короче, как-нибудь. Ой, а чё мы упираемся в это? Сейчас стараемся в остров. О, блядь! Якорь! Якорь! Кинул! Не кинул. Это ж мы ещё не доехали. Повернул? Ты повернул? А стой, подожди, подожди, подожди. Не доехали, это какой-то 301-й этот. Мы тут были вообще? Нихуя! Что это за пирамида вверх идёт, блядь? Видите, надо сейчас затыкать. Он когда хочет ударить, он останавливает. Блять. Он так долго лук натягивает, если честно. О, килл одного медведика есть. Перевел, 4 направо. Ой, о, индюшка, индюшка! Цып, 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 сука, цып, 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 цып. Есть, поймал. Пусть тут лежит, может мы ее заберем, вот ты ее в руках сейчас будешь таскать везде. Я не знаю, ли ее можно положить. Давай заберу. Так, есть. Смотри какой. Питон, блядь. А если я его положу? Подошли к четвертой. Так я с курицей. Так положи ее, посмотрим. А где она? Блин, она все-таки убежала. Ладно, а потом соберем Вовик. Так. Здесь перепрыгнуть нельзя. А потому что тут, Вовик, бери камешек, бери его в руки и кидай в рычаг. А оказывается, камни это не только, чтобы крафтить. А-а-а. Ага. Нихуя. Да, не попали. Да, смотрите, уже камушки не этот. Надо меткой. Не, может и стрелой можно кинуть. Кстати. Я проебал все камни. А ну-ка, стрела. Не, о, да, твоя стрела попала. Пойдемте к медведю. Пошли, ты знаешь, где он? Вот здесь. Вон он. Я его вижу уже. Попробую ему дать ягод. Подожди, только не надо агрить его, не надо, не бейте его. Вот тут где-то должна быть его кормушка. А кормушка? Будка вот эта? Вон там кормушка, да, иди к ней. Выкладывай ягод. 5 ягод насыпал я ему. Я ему насыпал. Подожди, ты насыпал, а почему он не идет их есть? Не знаю, он бежит за тобой. На, сука, по шапке. О, все, он ест, смотри, кушает. О, есть, он начал жрать. Все, теперь он безопасен. Нихуя, все, это ненадолго. О, не, нифига, он не безопасный. Ну-ка, побежали. Было нас не побежали. Точнее. Есть такое дело. Нести ее можно прям сразу стричь. Нет, сначала мы ее несем. Так, как ламу назовем? Ну, есть белый, есть наша ряба. Кэмэл, кэмэл. Да? Ну, можно. Кэмэл, да? Сразу постричь можно. Покажи свою бирку. Шо, я взрывчатый порох заряжаю? Может, Вовке нельзя доверять? Да, все будет нормально. Я ж хочу посмотреть как раз. Все будет четко, я отвечаю. Подходите ближе, не бойтесь. Заряжаю. Опа! Не наблюдай за ним. Ракета полетела. Под ней! А, вон, видишь? Челик какой-то или что-то? Парашют? Угу. И что, да, за ним бежать? Хорошо. Кавабанга бич! Бульк? Живой? Живой. Какой-то велик. О, это походу генератор, блядь, для аккумуляторов. Жик-жик, крути педали, это пока не дали. Крутишь педали, он воздух подает. О, здесь инструкция, походу. Шерсти я настриг уже, видите, 7 штук. Сейчас попробую первый, аж пробовать сделать себе рюкзачок. Вот рюкзак. Ага, сука, веревки нету. Сейчас веревки возьму. Так, есть такой веревочек. Делаем рюкзак. Изготовить. Шлепс. Одеваем рюкзачок.
Уяк плюс 1, 2, 3, 4, 5, плюс 10 ячеек. Мало того, что красивый, так еще и инвентарь расширяет. Вот такой вот рюкзак. А ну-ка, вид от третьего лица нам. Ха, нихуя. Володя, смотри, рюкзак. Как тебе? Хипстер. Четко, да? Так, ну что, теперь нужно еще Кэмела стричь. Поехали. Первый пошел. Второй пошел. И третий пошел. Ой-ой-ой-ой. С поросятиной. Опа. С третьим с третьего лица там проблематично немножко спрыгивать с диплайна. Так, одна потухла. Вторая потухла. Ой. О, сука, бодается. Ладно. О, еще и попал. Все. Ай, упала, сука, туша. Вот здесь он максимально сильный. Вот. Давай вниз. Значит, вниз. О! 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 Бери лопату. Как же туда наверх? А-а-а! Копай еще. Ничего себе, как оно работает. Копай. Сейчас собирай. И оно может попасться, а может нет. А может не попасться, да? И оно не попалось. Оп, Джоли. Опа, к свиньи! Свиньи! Да. Ого. Ты с мачете, да? Да. Бджоли, 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 напали. И поймал. Поймал. 5 штук. Забираю Кэмела и можно плыть дальше. Как мы назовем второго верблюда? Мальборо. Мальборо. Я понял. Дальше продолжаем, да? Есть. Лежит. Несу нам второго Кэмела. Точнее, Мальборо. Надо только правильно написать. А, там вроде бы 2L, 2L, да? Мал-о-ро. Ну, сейчас проверю на всякий случай. Так, вообще ни разу неправильно написал название, потому что оно пишется вообще-то Мал-о-ро. Вот так вот. Элеватор, Плантатион, Surface Access, Storage, Генератор, Карефтер-тер-тер. Мы идем в Storage, Генератор и Дефит. Кафетерия. Плывет, да? Вон акула за ним. Мне кажется, ли я Вовке в голову стрельнул? Конечно, Вовке он в руку стрельнул. Прикрыл товарища, называется. Володь, не извини. Стрелу возьмешь? Стрелу с руки вытащить? Надо тебе, не? Да, давай. Мы оттуда пришли. С другой стороны, у кого-то что-то выпало. Мачете он кто-то выкинул свое. О, матросик, блядь. Что такое? Я F нажимаю для выбрасывания. Ну вообще Q выбрасывать. Я уже эту кнопку перевел. Да сейчас я иду, иду, иду. Так, это есть, это есть, это есть. О, прям в голову попал. А ну покажись. Попал? Смотри, куда попал ему, прям в грудь, в сердце. Ты видишь? Купидон, ёпта. Давай, первый пошел. Второй. Так, попал? Нет, покажись. Прям в голову, смотри. Жень, тебе не повезло, я тебя не закупидонил. Идите, наверное, на мою крышу. Ты жетончик хочешь. Я? Да. Не может такого быть. Ну, на кухне в тарелке лежал. Так, смотрите, короче, нашему генератору нужно биотопливо, поэтому мы ставим его здесь и подсасываемся к трубопроводу линии биотоплива. Главное только, чтобы сраная акула не отгрызла этот генератор. И сюда мы запихиваем аккумуляторы. Так, давайте проверим, как будут заряжаться быстро аккумуляторы. Так, Женечка, опять чикс, так, пошла зарядочка аккумуляторов. Опа, рыба, рыба это. Какая-то рыба интересная.
Сука, хочет сожрать меня! Так, почему у меня ласты одеты? Не, вот тут есть где вынырнуть. И, блин, тут куча всего. Как туда попасть? А, вижу. Так вот так просто проходишь? Просто между этими? Ну а, да. Йо, я думал, я жирнее, чем эти прутья. Ты думал, там бронестекла стоят? Не, я думал, не пролезет между ними. А. Ну, ребят, ну на это можно смотреть вечно, как Женя пытается прыгать по столбикам. Раз, есть, два, есть, три, нету. Он упал еще, прикиньте, в самый-самый низ. Свалился, ё-моё. Так, попытка номер два. Оп, есть. Оп. Ну, скользкие у меня тапки, ну, не знаю. Так ты босиком бегаешь. Ага, надо вот было вот вязанки одевать. Оп, есть. Оп, оп, о, молодец. Конечно. О, здесь сундури. Кейс, ящик, оп. Вау, обвалилась. Это акула огроменная. Это какая-то доисторическая акула. Мегалодон. Ты ли это? Вызывайте Стэтхэма. Блин, не, я лучше сзади подышу. Ёпте мать! Воздух, воздух! Ударил с другой стороны, у меня на один чихпых. Прячусь в трубу. Манишь? А зачем бочки нам? На колонну есть, все, открыта одна колонна. Теперь туда бочку нужно. Так, я подышать. Оп, заложил. Вот он, вот он. А ну-ка, агрится, прячемся за ним. Бабах! Все. Есть. Три достижения. Так, успеем мы. А, она перекинулась пузом. Да, 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 пролезем право. Нормально. Чуть-чуть вправо. Угу. Еще. Что, вправо? Нет. Нет, это значит чуть влево. Прямо. Да прямо. Давай левее чуть-чуть. На сколько, на 5 градусов? Правее. Левее. О, вижу какое-то солнечное сияние, только что видел. Короче, останавливаю, наверное. Тормози, а ну-ка. Да, якорь. Если посмотреть вот так чуть-чуть вниз, можно увидеть северное сияние. Так, ну мы пошли исследовать. Надеюсь, не замерзну. Ты хоть в ластах, я вообще босиком. Надо было у Вовки вязаные тапки взять. О, а подожди, я Вовка, дай свои ботинки, а то ноги мерзнут. Дай черевики свои, теплые. С носками, главное. О, и эти, наплечники дай. Ты сразу денешь. Раздевайся. Что ты там делаешь? Тихо-тихо, я Володьку раздеваю. Все, Володь, спасибо. О, бой готов. О, давай здесь вот так красивый сейчас скрин сделаем. Ну-ка. Он бежит! Вот это пофоткались с белым медведем. Ой, можно использовать снегоход. Прикинь, да? Ну что, есть можно. А ну, ух ты! А я сзади сел. Ого. Да? А ну садись за руль, я хочу глянуть, как это выглядит, когда ты едешь. А ну сядь за руль. Да, а нихера, он... а ну езжай. Иди. Да. А, ну, типа, туда, куда ключ нужно заставлять, да, давай, за давай. Это? О, тут хоть видно для всех, как так, и ключик. Подожди, пить хочет. Подождите, ребята, сейчас этот торжественный момент. Сейчас водички попью. Кто есть, то срать хочет постоянно. Чирик. Убежище 101, добро пожаловать. Отличная пушность. С вами 3 Dog Night. Всем привет, мы продолжаем проходить рафт и Портосик. Сегодня у нас будет новый стример. Всем поздоровайтесь. Сегодня будет за капитана. Так, а это у нас Зефирочка. Зефирка, слушай, там мама пришла сиську сосать. И кушать. А ты по шторам лазить, давай. На прием пищи. Ну-ка. Опа, кучу китюки.
Сколько тюкиев? Три штуки сразу. Три сразу! О, Вовик счастливый. Опа! Копать не перекопать, да? Это что у нас, глина получается или это грязь? Опа, жуки вылезли какие-то. Это не какая-то там не глина. Я копнул, оттуда жуки вылезли. Оп, и тащит за ногу. А ну пусть тащит, а я ее стрельну. Пусть еще раз схватит, а я ее типа спасу тебя, как бы. Не, нету достижения. Изготовить. Рикс. Давайте проверим. Так. Чирик. На одну строчку больше. У этого 15 ячеек добавляет, а тот 10. Смотри, какой мешок. Огроменный мешок. Кокон такой. Приседай. Прыгай, прыгай. А куда там дальше? Прыгай, приседай. Так, а как здесь перепрыгнуть? А мне бочкой нельзя поднять вверх? Вовка, нажми на рычаг. А я попробую на ящике. О, ящик получше, давай. Под него есть дырка, опять же. Ой, блядь! Сейчас будем отгребать, да? Ну, там огромная гиена. Блин. А мы за стеклом? За каким стеклом? В жопе. Все. Она еще какие-то пятна радиоактивные кидает. А я не знаю. Ее нельзя бить, пока она в пятна. Давай его берем. Мажусь, 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 мажусь. О, открылась дверь. Есть. Ты ее убил. То есть это еще не конец. Вон он сдается. Или подождать вас. Он упал, сука! Он упал, с окна выпал. Кто-то из вас видел это? Нет. А вот он висит. У него ключ. Для поднять ключ. А можно его сфоткать? Так. На нем висит ключ от тюрьмы. Да-да-да. Так. Сейчас я, оп, забираю ключик. Я сожгу это место дотла! Что, неужели мы сделали это? Мы это сделали за сколько месяцев?